Привет, и мы сегодня будем, ну, так и не кайная, так и не баловаться, тощий как-то, милашка. Это настало видео, сколько у меня стоячек. Я уже одну вам показывала, какая она испорченная, но вы же заменяете, да. Сейчас, Акрия, ты пока это, поразговаривай с ними. Я пока что пойду, ну, с креслом. Она оставилась. Вот это мое кресло, короче. Я на нем сидю, мое любимое просто. Вот так. Я сидю тут. Ну, короче, сидю. А тебе, Настя, ты без подружка, другой Насти Каменский. Все, мы показываем, сейчас метная пала. Надя. И всю эту, тем более, стоячку я потеряла испорченную. Но вы же, конечно же, купите. То есть это... Подарите? Ну да. Ау. Покажите. Как будто. Ну, бери, сейчас это не наш. Да, на тут. Вот это все мои стоячки. Вот это все, я одну испорченную я потеряла, и это. Вишенька. Она испорченная. Ну, наверное, вишенька. Ты же вишенька видела? Да. Точно, я, кажется, ее вишенька. Вишенька — это наше село, неважно. Там деревянный домик. Вы на нем уже много видео смотрели. Вот. Это, короче, все мои стоячки. Это, короче, это Роза, Джессика, Настя, Лукас, Марина и Кристи. Ну, Кристи, я не знаю, почему так называется. Ну, просто она такая красивая, раздешенная. Вы помните, что это был Митя? Или я вам не показывала, что это Митя? Я вам не говорила, наверное, тогда. Ну, короче, это был мальчик, его звали Митя. Вы, наверное, знаете такого? Я просто не помню, я уже давно не знаю. Ну, вы, наверное, на одном видели, как он там. Когда отойди, тебя видно на камере. Ну ладно, пусть хоть футболка, а не голова. Ну вот, я покрасила специальными красками, это все знают. Девочка такая. Ну, тут такая татуировка на кануловке клеить. Это я глаз обрисовала, я хочу его отмыть. И за каждым днем вот одна из этих стоячек встает. Главное, какую я уже бросила. Вот это моя самая была первая. И до сих пор люблю. Я от нее не могу отстать. Она мне так нравится. Вот, и у нас три божьи коровки. Я она пока что запрятала. Одну эту Карину умоляет. То есть, ну, прям у меня их... Это божьих коровок три, вот Карина одна. Почему я говорю, самое главное, Карина, ну, чтобы Карина не сердилась. Ну, когда она выгоняет или что-то там такое, она как будто главная героиня. Ну, это как будто, это же мое видео, это я снимаю все. Ну, она со мной участвует, лишь бы, чтобы не плакала. А то всегда она мне мешает. Ну, я подумала, что она пустит. И давай немножечко по... Пару секунд. Ну ладно, всем пока.